Стоял велосипед, год времени. Замкнутый, на замочек, все культурно. Люди уехали, через 8 месяцев вернулись, через 9 месяцев даже. Вернулись, спрашиваю, говорю, что, велосипед ваш или нет? Говорит, да, говорит, наш. Только, говорит, проблема, говорит, друг приехал, оставил его на замке, говорит, и потерял ключ. Бегал его, говорит, искал тут 3 дня подряд, пытался ключ найти. Нету ключа. Говорит, может, можешь его сбить, срезать этот замок. Ну, блин, вооружился, взял кусачки. Прихожу с кусачками, думаю, сейчас я его перекушу. А потом так что-то посмотрел я на него, смотрю. А тут он что-то как-то непонятно замкнутый. Я взял, покрутил этот трос. Смотрю, и что он тут замкнутый. А вот он где замкнутый. Это его замкнули, чтобы, блядь, крыло, чтоб никто не спиздил. Вот так вот. Мало того, что на соплю закрыт велосипед. Которая плоскогубцами перекусывается. Так еще и на сиденье. Заебись.